Я назову два интересных явления, которые тебе точно знакомы. Литературоведение и литературная критика. Казалось бы, они оба про литературу, но ты очень удивишься, узнав, что в случае с русской литературой они имеют почти противоположный смысл. Привет, я Василиса Бродская из онлайн-школы Webium. Подписывайся на канал, ставь палец вверх этому видео и ищи актуальные курсы по ссылке в описании. Начнем издалека и поговорим о такой важной науке, которая объединила нас в едином порыве подготовки к ЕГЭ по литературе. И это литературоведение. Задача литературоведения – медленно прочитать текст и после внимательного исследования увидеть те оттенки смысла, которые при быстром чтении у обычного читателя теряются. Если объяснить немного проще, литературоведение пытается расшифровать текст с помощью различных методов, которые, кстати, у литературоведения, как и у любой другой науки, имеются. Нужно помнить три важных принципа литературоведа. Он никогда не дает оценку прочитанному тексту, он выбирает, что ему читать и изучать, и выбранный текст для него лишь объект изучения. Литературовед надеется, что сможет объективно разобрать текст, прокомментировать его для того, чтобы внести вклад в науку, то есть сделать филологическое открытие. Совсем по-другому обстоят дела с литературной критикой. По крайней мере, так повелось именно в русской критической традиции. Задача литературного критика – прочитать текст внимательно и пропустить его через призму собственного видения и сказать: «Вот это было хорошо, это было плохо, вот этот автор молодец, а этот не очень». Важно отметить, что функция литературной критики – социальная, то есть наш условный критик делает вот что. Он дает субъективную оценку тексту, и этой оценкой он формирует вкус читателя. А вкус читателя, сформированный критиком, определяет ценность текстов и формирует список лучших текстов, которые должен прочитать каждый. Субъективность, личное мнение. Такое поведение напоминает обычного читателя. Согласна, читатель и критик похожи, но давай поставим все точки над «ё» и проясним вот что. Задача литературоведа – аргументированно объяснить свою позицию. Задача литературного критика – быть убедительным, делая суждения на основании своих впечатлений. Итак, по сути, литературный критик – это привилегированный читатель, который способен вынести приговор тексту – казнить или помиловать. Немного истории. Поговорим про литературу и критику в России и про толстые журналы 1840-х годов. Для традиции России характерно разделение литературоведа и критика. То есть критик не обязан иметь филологическое образование. Кстати, у европейских коллег все с точностью да наоборот. Начало традиции русской литературной критики положил небезызвестный вам Виссарион Григорьевич Белинский. Его прекрасная необъективность и страстность в рассуждениях привлекала современников. Именно Белинский создал такую литературную ситуацию в стране, когда роль не столько читателя, сколько критика в оценке текста являлась самой важной. Также Белинский вел особую традицию – каждые 2-3 года назначать главу литературы. Ее в дальнейшем подхватили и остальные критики. Спорим, что в школе вы чаще всего говорили именно про Белинского. Почему же это так? Корни стоит искать в советской школьной программе. Большевиков после революции привлекала социальность Белинского и его последователей. Социальная критика, или по-другому еще называют критический реализм, стояла на основании, которое можно сформулировать примерно так. Литература должна менять реальность и выносить ей приговор. Под приговор как раз и попадали дворяне, которые мучили крестьян, лишние люди, которые ничего не принесли в общество и так далее. Короче говоря, совпали мысли наших социальных критиков с повесточкой. Эстетическая критика ушла на второй план, и сидим мы до сих пор в школе и слушаем о том, что Чернышевский, Добролюбов, Писарев и Белинский стоят во главе угла, когда речь идет о литературной критике и о том, какие статьи о произведениях читать. Прежде чем показать вам страшную, но очень нужную таблицу, хочу прояснить кое-что. Для того, чтобы избежать путаницы понятий, важно понимать, на какие философские труды опирался критик, что лежит в основе его субъективной оценки и как именно он относится к литературе. И вот еще что, не менее важное. Не думайте, что существующие критические статьи – это всегда абсолютно верная интерпретация авторского текста. Нет, даже наоборот. Это совершенно личное и необъективное рассуждение о тексте, которое только можно себе придумать. И оно может подтолкнуть нас на какие-то собственные рассуждения.
чтения. Критик в России не литературовед, а значит, его мнение может быть оспорено. Тем более, если учесть, сколько лет прошло с тех пор, как были написаны критические статьи. Статьи важны нам как взгляд очевидца и современника, а не как учебник для ЕГЭ по литературе. Взять хотя бы мысль Белинского о том, что Пушкин изобразил Онегина, Татьяну и прочих дворян так живо и красиво, потому что... Нет, не потому что был талантлив, а потому что был дворянин. Заметим одно. Личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такой прекрасную, такую гуманную, но в то же время по преимуществу аристократическую. Везде видите вы в нем человека душой и телом, принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса. Короче, везде видите русского помещика. Вот вам и социальная интерпретация. Талант что, социальным классом объясняется? И последнее, перед табличкой, которую можно, кстати говоря, заскринить и поизучать. Не верьте кратким выдержкам из статей. И уж если хотите что-то цитировать, читайте статью целиком. А то заладили, что Обломов лишний человек, что мы ему сострадаем, как Онегину и Печорину, но назвал ты его лишним, Добролюбов. И попутно всех наших любимчиков записал в «Изменники Родины», поглумился над ними, еще поил сверху грязью. Добролюбов такой типа. Или вот еще. Тот же Добролюбов превознес Катерину из «Грозы». Луч света и все такое. Но в курсе ли вы, что он зато полюбил героиню, что посчитал ее буквально революционеркой, которая хочет свергнуть неугодный класс Диких и Кабановых? Весело, правда? Что ж, вот и таблица. В ней перечислены основные представители литературной критики в России 19 века. В том числе незаслуженно забытые эстетические критики, которые считают, что литература никому ничего не должна. По их мнению, на произведение надо смотреть не как на инструмент исправления пороков, а как на картину в галерее. А критика, в свою очередь, в значительной мере хорошая возможность для человека поделиться своими чувствами и эмоциями после прочтения литературного произведения. Выразить мнение о прочитанном тексте в более-менее художественной форме. Поэтому не стоит чужие мысли воспринимать за полную правду и ставить их в пример. Порой, как мы увидели выше, тексты перевирались и не имели ничего общего с правдой. Будьте внимательны, друзья, и учитесь мыслить самостоятельно. С вами была Василиса Бродская. До встречи!